Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире телеканала «Тонус» традиционная программа «Полный контакт». Веду ее я, Сергей Боков. А в гостях у нас сегодня глава Сергиева Посада Константин Витальевич Негурица. Здравствуйте, Константин Витальевич. Добрый вечер, Сергей Евгеньевич. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Сразу скажу, что давненько мы с вами не встречались, поэтому вот сегодня у нас есть возможность, наверное, пообсуждать сегодняшнюю ситуацию в городе, наши проблемы, наши радости, наши какие-то добрые и качественные дела. И в первую очередь, Константин Витальевич, если вы не возражаете, я вспомню о том, что все-таки заканчивает работу Совет депутатов, городской Совет депутатов, которым вы руководили вот в течение 2 лет. Он заканчивает свою работу, вот это новомодное слово, каденция, да. Вы не пугаетесь вот этих вот новых терминологий? Я стараюсь их знать, но в речи особо не использую. Да, ну чтобы, да, не путать телезрителей, а вот чтобы нам не путать телезрителей, нам надо, конечно, рассказывать какие-то конкретные вещи и, наверное, конкретные отличия, может быть, от предыдущего состава совета. Не для того, чтобы кого-то там, значит, вспомнить добрым или плохим словом, а просто всегда хочется думать, что мы развиваемся, двигаемся вперед, и мы знаем, что очень много было и новшеств в связи с вашей работой, и этого совета, и какие-то продвижения в развитии, в общем, целом района, так или нет? Да, я бы отметил, что мы постарались взять в нашу работу нового совета как положительные моменты наших предшественников, так и учесть какие-то негативы, о которых нам говорили жители во время избирательной кампании 2017 года. Я бы здесь сказал, что мы очень активно начали работать в комиссиях. И ни один вопрос не выносился на заседание совета, не будучи полностью обсужден на комиссиях, по которым комиссия давала соответствующие рекомендации. То есть основной упор работы совета был перенесен в комиссии. Был изменен регламент. Мы достаточно детально прорабатывали повестку дня перед тем, как выходить на совет. И ушли как бы в прошлое, вот эти, если помните, жители, это крайне им не нравилось, когда совет 1,5 часа утверждал повестку дня, а потом долго-долго обсуждал вопросы. И сейчас, с моей точки зрения, все более четко. Повестка дня — это 2-3 минуты. И далее совет, как правило, у нас завершается до перерыва. За 1,5 часа мы успеваем пройти, да, достаточно основательную повестку дня. Это в основном благодаря тому, не потому, что мы не обсуждаем вопросы, а потому, что они очень плотно обсуждаются на комиссиях. На комиссии стали приходить жители. Мы активно работаем с ними на комиссиях, обсуждаем все вопросы. На комиссиях приходят СМИ. Наша работа на комиссиях тоже видна жителям. Не надо бояться человека, да, с ружьем. Абсолютно. А с камерой тем более не надо бояться. Вот, поэтому мы здесь активно работали, и я считаю, что это тоже дало положительный результат. О нем можно поговорить. Можем как бы сожалеть, не сожалеть, что совет данного созыва свою работу прекращает. Ну, по большому счету, мы знали, когда шли на эти выборы, что, наверное, это примерно так и будет, потому что Сергий Посад тогда уже принял решение о вхождении. Ну, в принципе, это знали, в общем-то, да. Да. Сознательно люди шли, да, на, да, такой мы шли, срок. Да, на такой срок. Но за этот срок, я должен сказать, что в городе есть, можно сказать, позитивные изменения, которые при участии совета и меня как главы, ну, конечно, это общая работа и горожан, и администрации, и главы района, то есть вот здесь это... Об этом, я считаю, можно поговорить, что за 2 года, наверное, какие-то изменения позитивные произошли. Константин Витальевич, вы сейчас обмолвились очень знаковой фразой, то, что очень плотно вы стали работать с населением, вот это вот вместе решать проблемы. Ну, конечно, это было и в предыдущих советах и так далее, но здесь все-таки надо отметить, что более в тесном контакте вы работали. И та фраза, то избитое выражение «больше дела, меньше слов» здесь, в общем-то, было достаточно приемлемо и принято населением. Но все-таки еще вот что было вами предпринято советом для того, чтобы какие-то болевые точки были вместе с населением вскрыты или там работа велась в направлении, которое действительно необходимо было делать для жителей конкретно во дворах, там, на спортплощадках, там, я не знаю, там, на каких-то вот прудах, там, парковые зоны, там, еще что-то. Ведь это тоже обсуждалось и, да, решалось на совете. Я бы, наверное, начал здесь вот со дворов. Сейчас, да, реализуется программа, так называемая, комплексного благоустройства дворовых территорий. И мы, когда шли на выборы, депутаты, вот, по крайней мере, наша команда и первого округа, где мы все 5 прошли, и как бы наши соратники, всегда мы говорили о том, что мы пойдем во дворы.
То есть, да, центр важен, мы им занимались, да, но надо идти во дворы, надо идти в микрорайоны. А на данный момент можно сказать, что за два года, 18-19 год, 44 двора в городе уже приведены в порядок. Такая работа будет продолжаться, но изменился сам подход. Сейчас мы идем к жителям. При проведении КБДТ двора мы с жителями встречаемся примерно 4-5 раз. То есть мы приходим, спрашиваем, вместе с администрацией депутаты приходят, спрашивают, что будем делать. Вот. Это как раз, наверное, извините, это как раз, наверное, есть такое небольшое ноу-хау вот вашего совета. Когда вы выходили непосредственно, не просто встретились и поговорили, а обходили конкретно, да, с жителями. Мы встречаемся, спрашиваем, у нас есть определенный как бы набор, скажем так, опций благоустройства. Мы говорим, вот можно сделать площадку, можно детскую, можно парковку, можно свет, можно лавочки и так далее. Где, что, ходим, смотрим, жители предлагают. Следующая встреча, это мы приходим уже с проектом, с эскизом, что мы собираемся сделать. Жители вносят поправки. После этого следующая встреча, это уже начало работ и контроль выполненных работ. Вот 4-5 встреч во дворе при работе по конкретному двору. Это не снимает все вопросы, но, по крайней мере, если эта работа выполнена именно так и качественно, то очень многие вопросы уходят, которые бывают, если просто администрация приходит и начинает что-то делать. Жители абсолютно не понимают, что происходит. Вызывается, вместо того, что мы тратим деньги и делаем вроде бы хорошее дело, получаем отторжение. При такой подробной работе с жителями, вот в рамках дворов, именно комплексного благоустройства, мы получаем хорошие результаты. Жители понимают, что они хотят. И даже начинает, вот сейчас уже мы видим новый, следующий шаг у жителей. Жители уже, если в начале, в 2017 году шла речь о благоустройстве дворов, теперь они уже требуют общественных пространств. Они уже получили дворы, им это понятно. Более, да? Масштабно стали мыслить. Они теперь мыслить. Говорят, мы хотим, чтобы в нашем районе появились парки, скверы, прогулочные площадки и так далее. Это абсолютно и в нормально. Этом плане мы работаем точно так же. Уже есть несколько территорий, в частности лесхоз, ПМК, где уже разработаны небольшие общественные пространства, прогулочные зоны, небольшие по размеру соответствующие этим территориям. Жители ждут возможности финансирования, но они уже как бы вот по этим территориям, по крайней мере, такие проекты обсуждены. А если идти чуть поглобальнее, то я бы сказал, у нас это важная для нас за это время тема и в каком-то смысле гордость. Это победа в федеральном конкурсе по благоустройству, созданию комфортной городской среды исторических и городских и исторических поселений и малых городов. Это наша, опять же, совместная работа с жителями. То есть это непосредственная работа депутатского корпуса. Мы сейчас все-таки, чтобы мы не уходили от работы представителей народа. Да, вот мы, да, здесь и депутаты работали, здесь и депутаты организуют встречи. И вам я благодарен, как член общественной комиссии, которая принимала решение при каждом этапе этой. Но было как голосование, где 50 тысяч человек приняло жители нашего района по определению места, так и дальнейшие голосования, обсуждения, встречи в различных экспертных группах и так далее. В результате, когда мы наше предложение сформулировали и передали уже компании, которая разрабатывала концепцию, это был уже действительно проработанный проект со всеми определенными мнениями жителей, замечаниями, уже был такой комплексное техническое задание мы дали. И во многом благодаря этому получили тот проект, с которым мы смогли победить на федеральном конкурсе. И сейчас, вы знаете, у нас на Левонадпрудной уже идут работы. Мы надеемся в октябре уже получить там результат. Константин Витальевич, давайте, чтобы мы сейчас немножечко вот еще разочек сделали акцент на вашей конкретной работе и вот тех встречах и непосредственных выходах в люди наших депутатов под вашим водительством. У нас есть небольшой сюжет. Давайте посмотрим, чтобы наши телезрители, уважаемые Сергей Пасадцы, посмотрели, как все это происходит воочию. Давайте посмотрим. Да. Буквально вот полторы-две минутки. Наступила весна, снег сошел. У жителей появились за зиму определенные вопросы, проблемы какие-то. Проблемы, возможно, не решены из прошлого года, который мы планировали. Поэтому мы сейчас посещаем в составе такой, можно сказать, команды депутаты и представители администрации, посещаем дворы. Встречи с жителями проводятся по тем адресам, где уже запланировано комплексное благоустройство дворовых территорий. Депутаты по округам выходят с подготовленным администрацией конкретным проектом, который и обсуждается с жителями. Но приоритетным в выборе мест встречи и выявлении проблем по-прежнему является непосредственное обращение граждан. Озабочена дорогами. Дорогами, газонами. А в этом году, как никогда, значит, нам областная дорога, которая к школе идет,
У нас движение очень большое, так как школа большая. Машин ужасно много. Значит, а зимой вы представляете, что такое? Значит, зимой там машины подъезжают, детей привозят, увозят. И, конечно, дорога убирается. И все в этом году, как никогда, сваливали все на газон. Вот все, всю эту грязь, все свалилось на газон. Вот, и мы озабочены этим. И на следующий год это может повториться, мы этого не хотим. Да, есть замечания, вопросы у жителей. Мы прошлись по этому межквартальному проезду, посмотрели. Да, за зиму достаточно много вылезло ям. Я пообещал жителям и Константину Витальевичу, что до 9 мая мы все эти ямы устраним, сделаем нормальный, достойный ямочный ремонт. Ну, естественно, промет, приберемся, уберемся. Тем более у нас 20-го общеобластной субботник. Я думаю, жители неравнодушны, этого двора тоже выйдут. Мы все это сделаем, и дальше мы им еще с асфальтом поможем. Сегодня у нас была встреча вот со старшей по дому. Она как раз обратилась с точки зрения ремонта дорожного покрытия. Вопрос он ставился и в прошлом году. Мы договорились, что в прошлом году у нас не было для этого возможности. В этом году к этому вопросу вернемся. Вот вернулись. Независимо от того, что сделано, что не сделано, все равно там есть вопросы текущего содержания двора. Жители говорят, вот здесь надо покрасить, здесь песок завести, здесь, вот здесь что-то подремонтировать надо, да? И вот эти вопросы, когда мы встречаемся вот в такой форме, не только депутаты, да, но представители руководства районной администрации, которые осуществляют функции исполнительно-распределительного органа городского поселения, это более эффективно. Это сразу следует реакция, сразу чиновники записывают просьбу жителя и, соответственным образом, их выполняют. Поэтому такая форма, что мы не в кабинетах сидим, а приходим во двор и тут же работаем, и тут же появляются какие-то сроки. По результату нашего посещения появляется план мероприятий, который утверждает глава района. И дальше мы контролируем, чтобы это было сделано совместно с жителями, то, что они хотят. Ну вот так вот все это и происходит примерно, да? Вот, Константин Витальевич, а вот вы сейчас обмолвились о том, что когда идет работа в комиссиях, приходят непосредственные наши жители. Ну, давайте говорить о том, что мне всегда было приятно, еще в мою бытность депутатскую, мы всегда радовались тому, что нас не признавали как каких-то небожителей, вот, да, вот, потому что мы такие же граждане нашего города, нашего района, только просто нам вложили как некие полномочия наше население, вот, и так далее. И мы исполняли их какие-то наказы там, и так далее. Они нас избрали своими представителями. Да, потому что кто-то путает немножко вот такую градацию, стал депутатом, значит, он стал кем-то уже необычным человеком. Он такой же обычный человек. Вот, и поэтому, когда вы сейчас вот сказали, что мы все собирались, это здорово, потому что, да, у вас больше власти, ну, у депутатского корпуса, больше власти, полномочий, но и ответственности много, потому что вы принимаете те решения, конкретно поднимаете руку, голосуете за то, что дальше можно, как говорится, и не вырубить топором. Вот помогали вам жители, когда приходили вот на эти вот комиссии на рабочие? Да, я думаю, что правильное решение принимается тогда, когда оно всесторонне обсуждено и восприняты различные мнения. Вот я уже привел пример создания проекта «Лево над Прудной». Но то же самое, то есть если вопрос касался жителей, там, где-то не там стояли вышку, я условно там возьму, где-то не там проходила линия, мы приглашали еще раз специалистов, еще раз вместе рассматривали, понимали проблему жителей. И, в принципе, я, наверное, скажу, что по большинству вопросов мы принимали позицию жителей. Потому что им здесь жить. Они, наше дело, как представители... Мы, да, в общем-то, жители. Да, да, да. Все, даже депутаты. Если же, они живут жители, в этом районе, так они лучше знают, что надо. Да? То есть не надо, я всегда говорил и говорю, не надо делать людей счастливыми. Надо помочь им стать счастливыми. Вот наша задача именно помочь им стать счастливыми и жить в тех условиях, которые они вопросы хотят. Свои, да. И в этом плане, еще раз говорю, вот, работа с жителями, ну, больше встречи, еще раз говорю, мне кажется, депутатский корпус этого созыва был более мобилен. То есть мы не зовем жителей там себе в кабинеты, да, комиссии, но есть проблема, поехал, разобрался, на месте всегда виднее. Даже если пускай и покричат, и поспорят, покритикуют, наверное, да. Да, в споре рождается истина. И я много вот следил за вашей деятельностью, Константин Витальевич. Я, кстати, тоже, когда был депутатом, был под вашим началом, и мне очень было приятно работать в конструктивной обстановке. Мы обсуждали очень четкие какие-то схемы взаимодействия с населением.
мнением, пути решения каких-то проблем находили вместе, потому что мы тоже живем в этих подъездах, точно так же выносим мусор, точно так же, значит, пьем ту же водичку, которой там кто-то, в общем-то, травит нас немножко, вот, и так далее. Но об этом мы еще поговорим, о водоканале и о теплосети. Вот, но, Константин Витальевич, мне кажется, все-таки то, что именно вы возглавляли этот совет, привело к такому более-менее понятному и эффективному решению многих проблем и задач. Вот ну, уж спасибо, извините. Но я подчеркну, что так это наша совместная работа с депутатским корпусом. Да, я думаю, что все-таки вот плавно и органично мы переходим, хотим мы или не хотим, а все равно вы уже разговор-то ведете как глава Сергиева Посада, понятно, что председатель совета городского, но все-таки все проблемы все равно замыкались на некоем таком единоначалии, и вам приходилось принимать решения, ответственные более-менее, и как председателю, и как главе. Вот вы сейчас обмолвились опять о том, как вы воевали вместе с другими, наверное, депутатами. Я знаю, там и Тимофей Лагутин, замечательный молодой наш политик, принимал участие вот за вышку или против вышки, как сказать, точно не знаю, которые хотели вот установить, мы уже знаем, там вот на Новое Угличское шоссе, дом 63 злополучный. Расскажите, как вы вели бой? Ну, там ситуация была следующая. Примерно года полтора, когда пошли вот эти проблемы с вышками, мы договорились с администрацией, что прежде чем ставить вышку, администрация согласует. С жителями очень сложно согласовать процесс. Да? Но она согласует с нами, как с представителями, а мы идем к жителям. И вышка в этом районе была согласована в том месте, которое устраивало жителей. Это было там за гаражами. Но когда начали ее реализовывать, этот проект оказалось, что там рядом проходит... Уточним, что жилые дома там... Да. Они, то есть то место, которое было изначально согласовано, оно всех устраивало. Но потом выяснилось, что там все-таки магистральные трубопроводы водоканала, канализация, ее там поставить нельзя. И потом как-то вот договорились мимо нас, мимо жителей, решили, что а почему бы не здесь ее поставить. Кстати, она появилась близко к дому, близко к городской площадке. Люди поставили уже фундаменты. Вот, естественно, возмущение жителей, естественно, наша реакция о том, что мы не дадим здесь ее поставить, давайте, потому что ну, это объективно неправильно там ставить вышку, тут не надо быть. Да, причем не похожую на Эйфелеву да, башню. Да, то есть она абсолютно там. Не на Останкинскую. Да, и жители говорят, тут детская площадка, тут жилой дом, и вы ее ставите. Зачем? То есть... А мы встретились с застройщиком, объяснили ему, что, ну да, он немножко понес дополнительные затраты, это все придется ему выкопать и навести там порядок. Два раза встретились с представителями администрации водоканала и теплосети. Александр Николаевич Трифонов нам помогал в этом вопросе тоже. И нашли там место, нашлось место, посмотрев внимательно все документацию. Это будет за остановкой молокозавод, близко уже ко входу молокозавод, где она никому не мешает, где она абсолютно не будет портить, там уже, как бы, скажем так, промышленная зона, по большому счету, и там эта вышка появится. Да, там и такая сейчас, и архитектура такая урбанистического да, склада. И в принципе, мы как бы вот я думаю, вот этот принцип: сначала надо поговорить с жителями, им жить и так далее. И реально любой вопрос, я считаю, может быть при объяснении всех аспектов развития города, подходов, то жителям можно объяснить и с ними, по принципу, по большому счету, согласовать. Это начиная там от установки контейнерной площадки, что тоже вызывает массу вопросов в застроенных территориях. Но все равно даже такого рода вопросы, они находят решение. Поэтому этот принцип и подход работает, мы им широко пользуемся. Ну, когда мы выезжали, и у нас есть тоже по этому поводу сюжет, я хочу предложить это тоже нашим телезрителям посмотреть. Уважаемые телезрители, давайте посмотрим сюжет, о котором идет речь, о той самой вот вышке, которую вместе с администрацией нашего города жители постарались и смогли перенести на другое место. Давайте посмотрим. Пункт приема металла проработал здесь около 20 лет. Для жителей он представлял определенную проблему. Ведь из-за него во дворе дома номер 63 по Новоуглическому шоссе собирались порой и бомжи, и прочие странные личности, зачастую нетрезвые. Жалобы от жителей поступали и в полицию, и в администрацию города. Вот мы этой проблемой взглянули на нее более жестко, проговорили вот с администрацией. Спасибо Дмитрию Евгеньевичу Карпову, заместителю главы, который к этому достаточно серьезно вместе с правоохранительными органами отнесся. И вот сейчас, видите, этот объект убирается. Я думаю, что в этом плане жители довольны, что наконец вот эта головная боль, что называется,
от жителей ушла. Но и те, кто этим занимается, они тоже сильно не пострадают. Мы договорились здесь полюбовно, да, то есть мы сейчас их помогаем, и мы их перевозим в другое место, здесь туда под гаражи, и они тоже, этот бизнес, условно говоря, который, может быть, кому-то и нужен, он будет продолжен, но уже более в таких условиях, которые не мешают жителям, а также, ну, позволяют продолжать заниматься этой деятельностью. Параллельно решили вопрос с вышкой сотовой связи. Ее установят за остановкой молокозавод, вдали от жилых домов. Если вместе взяться, подумать, посоображать, то все получается, все можно сделать. А поэтому, в принципе, сегодня должны, вот, до Савицки должен вот-вот подъехать с техникой. Здесь давние претензии жителей, связанные с наличием здесь всяких бетонных блоков, оставшихся от, наверное, уже десятилетия тут лежащих. Тоже договорились, что вот вместе со старшими по домам Трифонов подъедет, посмотрит, что надо, увезет, что можно подвигать и использовать, подвигает. Ну, в течение дня-двух должно быть закончено. Ну, и вот уже сегодня, как такой день, знаете, вот сегодня все почему-то получается, обещает администрация поставить столб освещения в районе дорожки от молокозавода. То есть дорожка, которая от остановки пользуются жители достаточно активно, которые приезжают и идут по этой дорожке в этот район или идут на работу, садятся в этот автобус, она была без освещения. Вот сейчас там будет уже яма или там отверстие в земле выкопано, сегодня обещают поставить столб, и на этой неделе два светильника там должны дорожку осветить. Поэтому движемся совместно, вместе с жителями работаем. Сейчас, наверное, такая основная ключевая тема – это где ставить контейнерные площадки. Вот, обсуждаем, будем встречаться, будем искать место. В одном месте мы как бы нашли, там уже заасфальтирована территория. А вот эти дома, где мы находимся, они пока не могут между собой договориться, где же должна контейнерная площадка быть. Но я думаю, что решение мы найдем. Значит, да, мы встречались с вами здесь несколько, буквально недель назад. Жители увидели несогласованные работы по установке антенного мачтового сооружения. Сразу же забили тревогу, обратились ко мне как к депутату, пока еще по этому округу. Значит, мы полностью встали на сторону жителей, и на сегодняшний день можно сказать, что установки вышки здесь не будет, на этом месте конкретно, под окнами домов и около строящейся губернаторской площадки. То есть на сегодня жителей мы можем успокоить, что антенны здесь не появятся. На месте убранных контейнеров приема металлолома появится парковка для машин. А ближе к дому идет монтаж детской современной площадки. Наказы жителей выполняются. Ну, этот сюжет или этот факт говорит о том, что действительно вместе решаются дела, и без криков лишних там, то есть собрались, нормально все обсудили, проанализировали, увидели, что действительно так надо сделать, и это будет лучше. Вот. А еще мы сейчас посмотрели, и видно уже там небольшие такие хвостики, кончики, там уголочки, я увидел еще, там же у нас был пункт приема металла. Вот с этим же тоже как-то пришлось немножечко повоевать? Да, я слышал неоднократно, несколько лет, года два назад, как жители говорили нам о той проблеме, которую он представляет. Причем уже больше 10 лет он там существует, стоят проблемы, но какого-то системного решения там не было по этому пункту. Родилась еще формулировка: у нашего пункта сбора там металла собираются маргиналы. Я говорю, а вы знаете, кто такие маргиналы? Нам звонят, они говорят, ну маргиналы вот собираются. Я говорю, а кто это? И когда я там начал объяснять, что это лица с низкой социальной ответственностью, а как это? Я говорю, ну вот видите, вы, говорю, там как-то помогаете нам тоже разбираться еще, что есть и такая проблема, что люди собираются, которым делать нечего, и мешают жить же другим. Как, сдал трубу, неважно, получил бутылку, понимаете, то есть, естественно, там люди с определенным оттенком лиц, они собираются вокруг детей, вокруг дома, то есть я не говорю, что это, этот бизнес, он, наверное, законен, но его тоже надо размещать в места, где он не вызывает отторжения у жителей. Да? Здесь, возможно, еще подтолкнуло к активности нашей строительства площадки на средства губернатора. Губернаторская площадка красивая. То есть понятно, что в этом месте будет еще больше детей. Вот. Мы пообщались с администрацией. Дмитрий Ильич Карпов нас поддержал, подтянул правоохранительные органы.
И мы, опять же, вместе с жителями, которые объяснили этим людям еще раз, и с этими людьми, что важно, нашли общее решение. То есть мы их не убрали, мы их не выкинули. Мы нашли место там, в глубине гаражей. Угу. Далее помогли им с краном, помогли с техникой. И миролюбиво, хорошо решили этот вопрос. Сейчас там эта тема, территория благоустроится. Я думаю, там появится дополнительная парковка, что тоже будет удобно жить. Ну, детские площадки, это, конечно, совсем другой коленкор. И понятно, что более приятно смотреть на резвящихся детей, нежели там на синяков, которые там не знают, где приложиться и поспать, отдохнуть после трудового тяжелого дня. Константин Витальевич, мы сейчас вот стали разговор вести о том, что все-таки вот у нас были проблемы с водоканалом, какие-то там решали, помогали им немножко, там спасали даже в какой-то степени. Теплосеть спасли. Вот это очень важный момент, когда вы совместно, наверное, с советом депутатов, с нашими жителями, и как глава, в первую очередь, с главой района в полном тесном контакте, решали вопрос о теплосети. Ведь ее хотели обанкротить, правильно? Ну, она обанкрочена. Да. Просто там был вопрос, что она была обанкрочена, это был факт, и мы это понимали. Но наша задача была, это многолетней деятельности не только городского, конечно, совета, это да. администрации, главы, правительство Московской области, то есть была, это целый комплекс министерств, это включился вместе с нами, была создана дорожная карта, как сделать так, чтобы это имущество не было продано с аукционов и не поступило в частные руки. Вот. И мы принимали целый ряд решений, разбирались и где-то сомневались, опасались, но очень такое активное было обсуждение. Но как факт, жители знают. Торгов не было, ну, то есть торги прошли, никто не участвовал. По закону теперь это имущество опять в нашей казне, эти 22 котельные. Я хочу уточнить, 22 котельные. Ну, и еще сети, то есть это целый комплекс, который, ну, нельзя было допустить его разбазаривания. Я, с моей точки зрения, тут могли быть, потом начаться неконтролируемые процессы. Необратимые. Да, потому что здесь бизнес, конечно, в частных руках такое-то возможно, но достаточно рискованно. Поэтому я все-таки сторонник вот именно для таких стратегических направлений нашего города сохранять эти объекты в муниципальной собственности. Это может быть, даже давая его в частные руки, кто готов там через аренды, еще какие-то механизмы можно сделать, но он должен быть в муниципальной собственности. И мы его сейчас, это имущество в казне, сейчас создано новое предприятие, которого возглавляет вот Александр Николаевич Трифонов, который тоже достаточно активное участие принимал вот во всей этой процедуре, которая случилась. Может, можно сказать, что он такой наш спаситель, да, вот в этой теме, как с технической точки зрения. Не, он серьезный профессионал, там, так что тут, и патриот города, надо сказать. Да. Вот, сейчас мы продолжаем эту тему. У нас есть определенные проблемы с нашим еще одним УПом, Сергий Посад, тепловые сети, это котельная Скобянки, Птицеграда. Вот сейчас уже внесено предложение в Совет депутатов, думаю, в конце августа будем рассматривать об объединении этих предприятий под эгидой вот этого нового предприятия. То есть то предприятие сольется с этим нашим новым предприятием. То есть чтобы это все это было в одних руках, под одним управлением. И, соответственно, я думаю, что мы забудем, я надеюсь, уверен, как бы выражаю такую уверенность, что мы должны забыть о тех вот периодических вот лихорадочных моментах, связанных с перебоем с горячей водой, особенно это паление с ПТС. Паление как раз теплосети новой у нас, это, как правило, нет, все идет, в общем-то, нормально. А паление с ПТС, Скобянка, там, вот в этом году тоже, ну, не было, может, таких глобальных и массовых отключений, да, слишком больших, как это бывало месяцами. Но все равно мы знаем, что там где-то на 2 недели задержали, где-то на 3. И мы должны сделать все, и уверен, что вот это новое предприятие сможет это сделать, чтобы эти вещи исключить. Только нормативное отключение, 2 недели, не более того. Константин Витальевич, очень интересно вы все это вот нам рассказали. Давайте сейчас посмотрим, как спасали теплосети. Вопрос о создании нового муниципального предприятия города «Сергиево-Посадская теплосеть» рассмотрели 11 января на заседании городского совета депутатов. Новое предприятие будет функционировать на базе имущественного комплекса МУП «Теплосеть». Подобное стало возможным вследствие слаженной работы областных, районных и муниципальных властей. Главное это, что весь имущественный комплекс, главный имущественный комплекс теплосети, 22 котельные сети и так далее, они вернулись в муниципальную собственность. И решением Совета депутатов, которое сейчас было 11 января,
теплосеть, создано новое предприятие под названием Сергиево-Посадская теплосеть, куда этот имущественный комплекс весь передан. Это наша совместная такая работа с областными структурами, с поддержкой губернатора, с районом, с городскими властями, с депутатами, она дает вот такой положительный результат. Особая благодарность, наверное, еще и Сергею Александровичу Пахомову, который, как бы, тоже, являясь депутатом Госдумы, занимается серьезной государственной должностью, не забывает нас, и, соответственно, когда у нас возникают подобные проблемы, всегда оказывает нам свое внимание и поддержку. МУП «Теплосеть» находится сейчас в стадии банкротства. По законодательству имущество теплосети выставили на торги. Чтобы, так сказать, спасти предприятие для города, был сформирован единый крупный лот стоимостью почти 1,5 миллиарда рублей. Котельные продавали пакетом, а не поштучно. На такой крупный лакомый кусок желающих не нашлось. В итоге имущественный комплекс и вернулся в муниципальную казну, что и позволило создать на базе старой теплосети новую. Чистая небанкротная история позволит новому МУПу всерьез задуматься о модернизации. Вот так это делается, Константин Витальевич, да? Угу. С водоканалом более-менее сейчас ситуация? Нет, с водоканалом ситуация тоже сложная, но у него сейчас конкурсный управляющий. Ну, предприятие стратегическое, поэтому тоже подконтрольно при взаимодействии с коллективом, очень квалифицированным, очень грамотным коллективом, с конкурсным управляющим. Я думаю, там ситуация в процессе будет развиваться, потому что у нас не получилась экономическая ситуация. Мы хотели сделать концессию, к ней были мы готовы и проводили все соответствующие подготовка, но не получилось, может быть, в связи с той экономической ситуацией, которая сейчас, не секрет, существует в стране. Но этот объект под контролем и нашим, и администрации главы, и, я еще раз говорю, областного министерства, поэтому в этом плане, естественно, нюансы и проблемы будут, но этот, как бы, это направление городской жизни будет нормально существовать. Порадовало вот нас сейчас благодаря Сергею Александровичу Пахомову. Вот я только хотел как раз сказать, что есть генплан, который вот уже проекты, в которых не только один там, да, участок, а уже запланировано несколько таких позиций, касающихся водоочистных сооружений. Это очистные сооружения, и можно даже, может, несколько лет назад, ну, я помню, мы с депутатами под дождем ходили там, все это смотрели, и радостного там ничего не было. Но нашли какие-то варианты поддержания этого объекта, не было никаких аварий за это время. Но сейчас радует, что уже, если я не ошибаюсь, ведется проект, уже проектная работа. И в следующем году мы там должны получить новые очистные сооружения. Это очень важный шаг в безопасности, в технологической безопасности нашего города. Это с учетом вот уже спроектированного вот этого вот механизма, да? Того проекта, о котором одно время много все говорили с названием «Православный Ватикан». Я считаю, ужасное название. Да. Я-то всегда говорю, пускай Ватикан у нас учится, а то все мы у кого-то учимся. Пусть у нас учится. Для нас, вот мне как главе, этот проект очень нравится в том плане, его идея, что это все о городе. Там православие, к которому я очень отношусь позитивно, но оно вступает в проект в самом конце, когда все городские вопросы решены, там заложены. А в самом конце, наверное, можно поговорить и о тех объектах, которые... Ну, мы уже успокаивали жителей, что не будет никаких массовых сносов домов, там, зданий там, и так далее. Самое, для меня самое главное, что там будет полная замена инфраструктуры. Да, мы понимаем, что все равно у нас бюджет города достаточно мал для качественного обслуживания сетей. Сети город все-таки старый. Где-то даже нет канализации в частном секторе. И поэтому есть сети с достаточно высоким уровнем износа. Так вот в этом проекте полная замена. Да, полная замена. Даже не реконструкция, а строительство новых. Поэтому то же самое, дорожно-транспортная сфера, на которой у нас на строительство новых объектов, мы же видим, как все развивается. Да? То есть это все будет, не будет, но важно, что если будет, то хотя бы по частям это будем делать. А во-вторых, если то нам в этом плане будут помогать. Этот проект мы никогда не вытащим за деньги местного бюджета. Да, никогда. Но это совместными усилиями. И самое главное, что там приоритет — это город. Вот в этом плане я поддерживаю этот проект. Ну а город, мы хотим еще раз нашим телезрителям подсказать, что город — это вы,
наши уважаемые горожане, наши соседи, наши друзья, наши любимые и так далее. В эфире программа «Полный контакт», ведущий Сергей Боков. В гостях у нас сегодня глава Сергиево-Посада Константин Витальевич Негурица. Константин Витальевич, очень много было сделано еще и касающегося вот этого проекта, и до него, даже до его явления на свет, скажем так, его презентации, уже шла большая работа. Это всероссийский конкурс, да, в котором мы принимали участие по созданию комфортной среды в категории «Исторические города». Поселения и малые города. Да, и малые города. Вот, вот это и благоустройство новых пешеходных зон, и очистные какие-то сооружения, и разбивка парков новых там и так далее. Как вообще вот к этому мы пришли? Я же вот, вы сказали сейчас, что мы встречались с вами на комиссиях, а я удивляюсь, думаю, а как вообще мы добрались-то туда? Это все-таки федеральный уже уровень. Как они на нас обратили внимание? Благодаря чему? Ну, был объявлен, ну, во-первых, федеральный конкурс. То есть это было еще, по-моему, в январе 2017 года. Это не «Золотые ворота» еще назывались тогда, нет? Нет, нет. Это в январе 2017 года Путин проводил совещание по вопросу местного управления в Коломне, я как раз там участвовал. И там была озвучена тема подхода в создание комфортной городской среды в России, в городах. И была тема о том, что надо вот как бы на малые города, исторические поселения обратить внимание. Потому что, как правило, бюджет маловат, надо будем помочь. И было выделено решение каждый год уделять 5 миллиардов рублей на вот эту тему поддержки. Ну, так как, чтобы более объективно делить эти деньги, было принято решение создать конкурс. А так как я участвовал вот непосредственно в этом решении, я знал, об этом начали готовить. Сергей Александрович Пахомов очень большую поддержку нам оказал, и организационную, и творческую, я бы даже сказал. Вот мы обсуждали неоднократно с ним эти вопросы. Да? И мы вот совместно с жителями пошли. Было принято постановление правительства Российской Федерации, конкурс объявлен, мы в нем приняли участие. Достаточно интересно, современно, там защита в Министерстве строительства это было, я защищал этот проект. Вот, ну, победили. Страшно было? Победили. Страшно было, понимаете, вот там же условия было очень интересно. Там надо было, там, по-моему, порядка 13 слайдов, и надо было за 7 минут сделать доклад, не минуты больше. Попробую уложить там, да. И я, когда приехал, мы договорились, что мы будем тренироваться. Вот, я приехал, у меня было 15 минут. Причем я считал, что я очень кратко излагаю тему. Может быть, за это кто-то немножечко там помог, нет, дал там, нет? Не-не-не, и все, и там вот 7 минут, и все, было точно, я знал, что меня прервут. Вот мы несколько, на часа полтора-два тренировались, вот выстраивали мою речь, убирали предложения. Мне не хватило 30 секунд, и все, жестко прерывали, но я потом при каком-то ответе на вопрос я все равно это вернул, поэтому вот это мы сделали, победили. Продолжили вместе с жителями. Сейчас у нас есть такая тема, как проект, уже концепция существует, новой пешеходной зоны от Белого пруда до памятника Глинки, для вот этого микрорайона, ну, условно говоря, до Чайковского 20, вот, до этого дома, вот этой всей территории. Да, мемориала памяти. Очень интересный большой проект, 11 отдельных локаций, на которых будут различные подходы и реализация. Мы хотели с этим проектом еще раз заявиться на федеральный конкурс в этом году, ну, с его исторической частью этого проекта, это где Белый пруд и вот в районе администрации. Там и администрация, тут надо думать, и администрация, и дворец культуры Гагарина, тут вот эти вот надо учесть. Мы хотели заявиться, но мы уже как бы прошли все этапы, все голосования, уже пакет документов был готов, но потом нам сказали, что снесли изменения в конкурс, сказали, 2 года подряд первое место не дают деньги. Да? Ну, то сказали, ну, тогда мы подождем еще годик, заявимся тогда, когда будут деньги давать. Поэтому будем заявляться, я думаю, с этим проектом на следующий год раз. А второе очень интересное решение там вот именно в том, что мы должны начать с дальних микрорайонов. Да? Вот именно начать очень интересные там решения. Жители обсуждали, они это видели, поддержали. И именно такой подход, что начать с той территории, где Глинка, улица Новая Ярославская заслуживает особого внимания, которая сейчас рядом со стадионом. Там такой спортивный центр, такого открытого спортивного занятия планируется. Вот такой проект тоже мы планируем делать. И что особо хотел вот отметить, что вот эта работа совместная, да, она привела к тому, что мы получили инициативу, не связанную с предложениями власти, скажем так, что меня очень порадовало. К нам пришли активисты, которые сказали, а вот есть проект, так называемый Кукуевская Венеция,
который краевед Калякин в свое время начал предлагать. И мы с ним говорили, я тогда сказал, ну это дорого, у нас другие дела, наверное, как-то немножко подзабылось. Тут пришли люди, сказали, вот мы хотим, разработали концепцию, сейчас она уже обсуждается, и вот это пример, когда общественность уже предлагает что-то свое. То есть она вначале участвовала в обсуждении наших предложений, а теперь уже полностью генерируют проект, и там планируют создание экопарка, такой парковой зоны, которая не будет никаких там аттракционов, но прекрасное место, которое может быть использовано как место для спокойных прогулок и отдыха, а окружено оно и центром города, и Углич, и Северный. Это такое парковое место, которого в этом микрорайоне нет. Вот его совместно с инициаторами уже было обсуждение, договорились, мы в этом направлении двигаемся. Какими-то участками в рамках закона, где возможно участие бюджета, мы участвовать будем. Вот. Но все равно, я думаю, что это должен быть такой, по большей части, как бы народный проект. И в этом плане мы договорились взаимодействовать и его создавать. Константин Владимирович, ну давайте, чтобы мы не отходили все-таки от нашей вот формы, нашего сегодняшнего взаимодействия. Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Вы очень интересно и конструктивно излагаете все. Давайте посмотрим, давай, как все вот это вот выглядит, пускай в маленьком сюжете для наших телезрителей. Это, мне кажется, будет очень интересно. По итогам голосования жителей на всероссийский конкурс по созданию комфортной городской среды в категории «Исторические города» будут готовить проект благоустройства пешеходной зоны от дороги к храму через бульвар Кузнецова до улицы Глинки. Там будет большее количество людей, туда должен прийти бизнес для того, чтобы там что-то создавали. Потому что одним из показателей, которые будут обязательно учитываться конкурсом, это объем инвестиций в данную территорию. То есть мы предполагаем, что к моменту формирования концепции появится предприниматель, который скажет, а мы здесь хотим сделать, например, кафе. Они возьмут на себя обязательства частных инвестиций в рамках данной территории. И это позволит нам получить более высокие баллы. Пешеходная зона от дороги храма до улицы Глинки – самый масштабный проект из представленных на голосовании. Общая протяженность маршрута составит более 2 километра, а площадь более 5 гектаров. Пешеходную зону можно будет рассматривать как продолжение дороги к храму. Маршрут пройдет через сквер за зданием администрации, бульвар Кузнецова, пересечет Новоульческое шоссе и далее вдоль улицы Инженерной и Новоярославской к мемориалу воинам-интернационалистам, погибшим при исполнении воинского долга на улице Глинки. Прозвучали предложения разместить на территории новой пешеходной зоны детскую тематическую площадку «Войнушку», мемориал памяти загорчан, погибшим в Великую Отечественную войну, пешеходную и велодорожку, лавочки, урны. Из предложений от бизнеса прозвучало строительство зон питания, прокат велосипедов и электромобилей, разработка навигации и карта маршрута для прогулок и экскурсий. С понедельника в Сергиевом Посаде начался следующий этап голосования – обсуждение, что именно сергиевопосадцы хотели бы видеть на победившей улице. Неравнодушные горожане путем голосования смогут внести свои предложения относительно обустройства новой пешеходной зоны. Ну, мы как бы набросали несколько вариантов, которые могли бы посоветовать. Освещение, малоархитектурные формы, озеленение, велодорожки, детская тематическая площадка, спортивная площадка, аттракционные пространства для проведения общественных мероприятий, кафе. Мемориал памяти 15 тысяч загорчан, погибших в ходе Великой Отечественной войны. Скульптурные композиции, не вариант. То есть жители будут голосовать, условно говоря, вот за эти варианты, которые мы с понедельника в местном голосовании такой бюллетень появится. Собранные мнения лягут в основу проекта, который будет представлен на всероссийский конкурс лучших проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. По итогам голосования жителей на всероссийский конкурс по созданию комфортной городской среды в категории «Исторические города» будут готовить проект благоустройства новой пешеходной зоны, который будет начинаться от стен Троицы Сергиевой Лавры, а точнее от памятника защитникам Отечества, далее пересекать дорогу к храму, проходить через сквер за зданием администрации бульвар Кузнецова и заканчиваться на улице Глинки у мемориала воинам-интернационалистам, погибшим при исполнении воинского долга. Новый туристический маршрут носит название «По пути наследия». Общая протяженность пешеходной зоны «По пути наследия» составляет более 2 километра, а площадь более 5 гектаров. Обустройство этого маршрута позволит жителям получить удовольствие от прогулки от центра города до северного поселка.
На территории планируется установить малые архитектурные формы, дополнительное освещение, озеленение, проложить велодорожки. Будет обустроена детская тематическая площадка, спортплощадка, аттракционы, организовано пространство для проведения общественных мероприятий. Также планируется установить мемориал памяти 15 тысячам загорчан, погибших в Великую Отечественную войну. Этот вопрос вызвал наиболее бурное обсуждение на общественных слушаниях. Ветераны Сергиево-Посадского района давно лелеют мечту о создании в городе аллеи героев. Аллея героев. Сейчас у нас вокруг ротонды установлены подиумы с именами героев. А вообще-то планировалось это сделать аллею. Там пёстки, аллея героев Советского Союза. В аллее, где, по крайней мере, место, может быть, такие вещи, наверное, правильно делать. Ну, блин, ну, тут концепция, вообще-то, понятная и довольно-таки разумная. Начало войны, потом проводы на фронт, военные события, дальше герои Советского Союза, памятники погибшим и памятники. Я просил, чтобы убрать подиумы. Танцующая пара и это, лица погибших людей несовместимо это. Вот говорят, вот сегодня танцы, а вчера война была. Поэтому я не уверен, 100% нет веры о том, что эта идея воплотится. То, что вы сказали, ударная армия, мы учтем. Я посмотрю, какие там есть наработки. Но сейчас пока вот предлагается все-таки вот это. То, что 15 тысяч загорчан, которые погибли, ну, тоже в этом есть. Вот здесь представил предыдущий оратор или выступающий, коснулся ротонды, танцующей пары. Я поддерживаю его в том плане, что не место там, не потому что рядом с погибшими. В этом ничего страшного нет, потому что гибель и юность – это на то и гибель, чтобы была юность в жизни. Этот памятник, эту ротонду, это не займет очень много времени и средств, потому что, перенеся памятник ротонду в другое место, мы освободим площадку, уже готовую площадку, вымощенную камнем там, и так далее, в архитектурных формах выдержанную, для другого монумента. А этот памятник перенести на площадь перед новой строящейся школой на Северном поселке, потому что это новая школа, это олицетворение нового уровня образования. И это место будет местом встреч выпускников десятилетий, 20-30 лет, перед тем, как разойтись по хорошим, веселым местам, они могут возлагать там цветы. И еще, у нас есть путь к храму Загорский. Путь к храму – это память, путь к святым местам. И вот от этой святости, от русской святости, пошел бы путь славы. Не дорога героев, не аллея героев, потому что в нынешнее время каждый погибший, отдавший жизнь за свою родину, герой. Я этим не умаляю звание героя Советского Союза. Вот это вот, шел путь до монумента погибшим в современное время, в нынешнее время путь славы. Ну, посмотрите на Гульнару Кузнецову. Пешеходная дорожка и посередине велодорожка. Там очень много гуляют людей, там мамочки с колясками. Эта дорожка уже там стерлась обозначение, и я свидетель тому, что там неоднократно были моменты, которые угрожают даже нашим жителям безопасности. И в отношении других дорожек. Если их делать сбоку, даже вот в парке нашего Гагарина, там сбоку есть столько народу. И вот как-то посмотреть эти велодорожки, упорядочить в городе, чтобы они были безопасны и для велосипедистов, и для пешеходов. И еще в отношении памятника выпускникам. Вот вы знаете, когда памятник этот появился, это было очень хорошо. Потому что наша молодежь нужно воспитывать именно на вот это, на этих примерах. И когда у нас уже теперь не один год традиция, когда выпускники школ всего района, медалисты, приходят к этому памятнику, возлагают цветы,
тем людям, которые ушли на фронт, и сколько из них вернулось, процент очень маленький. Поэтому памятник очень ценный. Другое дело, если мы будем какие-то другие памятники устанавливать, этот памятник нельзя как какой-то школе поставить, потому что это район приходит сюда, дети, медалисты, это традиция уже. У нас конкретная тема, бульвар Кузнецов, да? Делаем мы там этот мемориал, 15 тысяч, не делаем. Есть мнение, не делать, я вот на двух встречах очень активно были люди, которые говорили, не делать. И ничего не делать, вот, сделать там лавочки красиво, чтобы было красиво, светло. Есть мнение ваше, например, там, это вы решаете еще, будет у вас решение Совета депутатов по сегодняшнему обсуждению, не будет, не знаю. Мы фиксируем все, да, а дальше мы будем в рамках вот с проектантами, с дизайнерами это прорабатывать. Но я вам скажу, что у нас общественная комиссия, вот и Валерий Сергеевич и Виктор Дмитриевич, то есть вы достаточно так серьезно у нас представлены, тех людей, которые будут принимать окончательное решение. Поэтому нагружайте своих представителей, они будут голосовать, будут убеждать на заседании общественной комиссии, что же все-таки делать. Помимо общественных слушаний в Сергиевом Посаде проходит следующий этап голосования – обсуждение, что именно сергиевопосадцы хотели бы видеть на новой пешеходной зоне. Неравнодушные горожане путем голосования могут внести свои предложения относительно обустройства этой зоны. Собранные мнения лягут в основу проекта, который и будет представлен на Всероссийский конкурс лучших проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Необходимость новых пешеходных маршрутов, учитывающих интересы не только туристов, но и в первую очередь местных жителей, в Сергиевом Посаде назрела давно. И вот уже в городе прошли общественные обсуждения концепции благоустройства пешеходной зоны по пути наследия. И если ранее в ходе обсуждений пешеходной зоны благоустройство предполагалось от здания администрации, то теперь в планах начать маршрут от Белого пруда и довести его до улицы Глинки, объединив в одну прогулочную зону дорогу к храму, парк за Дворцом культуры имени Гагарина, бульвар Кузнецова, Инженерную улицу, стадион «Луч» и мемориал на улице Глинки. Первая такая, наверное, большая, очень большая пешеходная зона, порядка 2 километра. Это пешеходная зона, которая идет в микрорайоны, то есть не только в центре, но она идет практически до улицы Чайковского. Этот проект был выбран жителями, когда мы голосовали. Также жители выбрали наполнение этой зоны. И теперь профессиональные архитекторы предложили нам уже концепцию. На новой благоустроенной территории планируется размещение детских площадок, спортивных объектов, литературного кафе, смотровых площадок, выставочных пространств и множество других интересных для жителей объектов. Особое внимание на обсуждении концепции уделили улице Инженерной, где запланированы пешеходные и велодорожки, активное озеленение, в том числе с помощью цветников. Активно используемая пешеходная территория абсолютно не благоустроена, то есть люди идут внутри двора, поэтому предлагается, сохранив существующий технический подъезд к детскому саду, достаточно активно разбить эту зону цветниками и даже организацией новой детской площадки возле, в непосредственной близости от здания суда. В зону благоустройства предлагается включить и улицу Новоярославскую, также несущую на себе активную пешеходную нагрузку, но не имеющую ни пешеходных, ни велодорожек. Эту зону предлагается достаточно активно благоустраивать и сосредоточить на этой территории уличные спортивные сооружения. На обсуждении затронули тему, давно волнующую жителей домов, прилегающих к скверу на улице Глинки. Что же будет построено рядом с мемориалом, храм или часовня? Сергей Пахомов, присутствовавший на обсуждении концепции, успокоил жителей. Мне кажется, часовня там может быть и место. Но учитывая, что участок мы будем предоставлять, будет предоставлен небольшой, и под договоренностью, что он существует, это все-таки будет небольшой часовня. Концепция благоустройства состоит из многих частей, и пока еще не определены этапы строительных и благоустроительных работ. Впрочем, приоритеты уже расставлены. Значит, в моем понимании, вот первая часть, которая находится в историческом центре, вокруг Белого пруда, за администрацией и до переулка Зеленых, эта часть вообще может подождать. Потому я сейчас перехожу к приоритетности. То есть первая часть здесь достаточно комфортно, здесь достаточно благоустроено. И учитывая, что этот проект, он, конечно же, для жителей, а не для туристов,
Туристам хватит места, мы очень много уже для них сегодня сделали. Поэтому нам, конечно, важнее будет начать, может быть, не сначала. То есть я бы вообще начал с конца. Этот грандиозный и, по всей видимости, очень дорогостоящий проект будет финансироваться из нескольких источников. Вообще-то мы, конечно, этот проект собираемся, как мы выиграли федеральный конкурс по комфортной городской среде по Левонадпрудной улице. Точно так же мы с этим конкурсом зайдем в следующем году, будем участвовать в этом конкурсе. И я надеюсь, что определенная часть средств будет, ну, определенная часть этого проекта будет сделана за счет денег федеральных, но остальные, мы надеемся, что нам и субъект поможет, и своими силами что-то будем смотреть. В результате обсуждения концепции были зафиксированы мнения жителей, которые будут учтены при подготовке проекта благоустройства. Ну что ж, как-то так. Мне приятно все это очень лицезреть, потому что и из-за того, конечно, что я уроженец этих конкретно мест. Вот, если сейчас мы говорили о Левонадпрудной, то, конечно, там я вспоминаю себя мальчишкой, когда мы там и бычков ловили, и даже я, когда помню, спустили воду с Келарки, щуки такие здоровые там были, все там сазанные щуки, вообще была благодать какая-то, куда все это делось, я не знаю, если сейчас спустить, может, там тоже бегемот какого-нибудь поймает или крокодила, но щук-то точно там уже сейчас, наверное, вряд ли найти. Вот, но мы тогда, помню, за столом, когда обсуждали, вот и был со мной рядом Виктор Юрьевич Багров, Михаил Юрьевич Григорьев, мы, конечно, поднимали вопросы, и вот Апостолов Кирилл поднимал вопросы, конечно, о том, чтобы учли, главное, безопасную вот эту дорогу, спуск с горы от музея игрушки, если уж там говорить. Вот мне хотелось бы, чтобы вот эта КБ-стрелка, это, я так понимаю, все равно они же разрабатывают проекты. Нет, проект в основном нет, уже не они. Нет, они сделали концепцию, проект мы уже делали по конкурсу. Уже другие какие-то, да? Да, сейчас уже ведется работа, я уверен. Чтобы они учли наши все эти... Проект непростой. Да, непростой. Это непростой. Не плоское благоустройство, то есть проект достаточно сложный, мы привлекаем соответствующие структуры, все там рассчитывается. Тут много учесть надо, да. Надо понимать, и рельеф что там местности. Еще и рельеф, и наличие коммуникаций. Все, и жители там еще все рядом в коммуникациях, но реально... Сама по себе картинка очень красивая, поэтому прикладываем все усилия, чтобы это было именно так. Ну, прежде всего, безопасность. Конечно, это будет сделано с учетами расчетов, с учетами нагрузок на квадратный метр при таких мостовых, условно скажем, сооружениях. То есть все вот эти вопросы учтены, конечно, и надеюсь, что октябрь мы получим уже готовый продукт. Угу. Ну вот я поэтому и хотел сказать, что действительно очень интенсивно мы работали все вместе, вот и многие другие жители города, и известные люди, которые известны своей активностью, я имею в виду люди, которые принимали участие вот во всех этих вот прениях, спорах, решениях. И все-таки вот мы тоже, как вы сейчас уже подвели такой некий итог, будем ждать, что получится, но уже с учетом, естественно, мнения большинства. Вот, поэтому давайте тогда что? Я хочу тогда перейти и от Левонадпрудной и пешеходной зоны до, значит, Осипенко и до, значит, нашего знаменитого мемориала и немножечко туда вперед пройти. Это Северный 5, где асфальтируют дорогу. Я так понимаю, в этом районе, да, к детскому саду на Владимирской. Вот ее уже заасфальтировали, у нас уже есть даже сюжет, мы его сейчас посмотрим. Это какая-то новая дорожная артерия? Нет, это подразумевается, или это просто для благоустройства? Существующая дорога была, она использовалась при строительстве детского сада для подвоза материалов, техники и так далее. Но потом, когда детский сад построили, начали строить школу. И, в принципе, делать ее и закатывать в асфальт, и там все равно ходит тяжелая техника. Мы приняли решение пока ее поддержать в режиме насыпном, как она была. Да? Естественно, где-то подсыпать, подравнивать. Жителям, наверное, что-то было неудобно, но мы так с ними договорились, и они этот вопрос все-таки выдержали, за что же им большое спасибо. Когда основные работы по школе такого тяжелого характера, тяжелых грузов сейчас завершены, и в этом году, вот сейчас буквально там неделю назад, как мы и говорили, вся эта дорога сделана как полагается, она заасфальтирована. Теперь жителям там еще новые дома появились, построены. Но там целый район будет активно развиваться.
Есть идея соединения этой дороги с проспектом Красной Армии, такой хордовая еще связь в городе как бы будет появляться, для того, чтобы не всегда надо через центр было ездить. Не будут перекрывать какие-нибудь люди, которые такие значимые, статусные ребята, перекрывают блоками, как у нас любят, только сделают какую-то артерию нормальную, вдруг ее перекрывают. Это наша городская, наша совместная городская муниципальная дорога, поэтому ее режим использования определяем мы с вами. Константин Витальевич, вот мы сейчас поговорили о дороге, давайте просто посмотрим, как она и куда, в каком направлении, значит, движется. Да, как она сейчас выглядит. Да, как она сейчас выглядит. Покажите, пожалуйста. Жалобы на качество дороги на Владимирской улице постоянно поступали в городскую администрацию. Особенно ее потребность возникла со средством нового детского сада. Потому что здесь была такая грунтовая дорога, достаточно разбитая. И это всегда вызывало негативную реакцию жителей, потому что они не могли подъехать нормально к детскому саду. Также в связи со строительством вот этих двух новых, вот этого комплекса домов, тоже, соответственно, необходимость в этой дороге как стала острее. А за это время, конечно, администрация и по нашим просьбам, и самостоятельно были выполнены работы по отсыпке этой дороги. То есть, ну, какая-то соблюдалась как бы необходимые работы по поддержанию этой грунтовой дороги проводились. Но, конечно, это было не то, и жители это не в полном объеме устраивало. Работы по благоустройству Владимирской улицы начались еще прошлой осенью. Было сделано в прошлом году подготовка основания данной автомобильной дороги и асфальт не класса, потому что здесь велась застройка, ходила грузовая техника, которая могла сломать данную дорогу. В настоящее время сейчас ведется укладка асфальта, установка бортового камня, и после чего будет ограничено движение грузового транспорта по данной автомобильной дороге, чтобы ее сохранить в целостности. В соответствии с генеральным планом развития данного микрорайона появилась идея соединить улицу Владимирскую с улицами Пограничная и Дружба. Окончательное решение по этому вопросу будет принято в зависимости от дальнейшего развития жилого массива. Возможно, здесь появится такая дополнительная дорога, которая позволит жителям, допустим, Северного ездить, проезжать сюда на Углич, без того, чтобы ехать через центр города. Я думаю, тоже для жителей это очень важно. 42 дороги будут отремонтированы в Сергиево-Посадском городском округе в 2019 году. Основной ремонт уже был окончен, весь практически. Значит, идем с опережением срока, так как погодные условия позволяли. Вот. Осталось у нас еще две дороги, которые не сделаны, но в ближайшее время там уже работы начнутся. По региональной сети дорог это мостовик Соснино-Пальчино, автомобильная дорога, но там начато фрезерование. Так, по нашим дорогам у нас везде работа уже начата. То есть все объекты в работе находятся. То есть улицы, которые не приступили к работам, это улица Строительная. В ближайшее время все работы будут закончены. Уважаемые телезрители, сегодня мы разговариваем о наших насущных проблемах города с главой города Сергиев Посад Константином Витальевичем Негурицей. Константин Витальевич, вот мы много о чем поговорили сегодня, но все-таки вот везде и всюду нас преследует одна тематика. Сейчас такая животрепещущая, большого такого, в общем-то, проблемного значения – это мусор. Вот, мы боремся с ним, но он везде растет. Это, конечно, проблема всего нашего, не только района, это и других районов, это и города Москвы, и вообще всей страны. Вот, катаклизмы какие-то происходят с ним. Вот мы-то все-таки как-то боремся с ним, ведь правильно? Введена новая схема работы с мусором. Сама по себе идея, я считаю, очень правильная. То есть раздельный сбор, новые современные комплексы по переработке мусора, потому что мы с точки зрения обращения с отходами находились в каком-то, я не знаю, в середине 20 века до сих пор. Сейчас надо, конечно, использовать современные технологии. Да, они более дорогие. Жители говорят, ну ладно, да, дороже, мы готовы с эти вещи как-то даже потерпеть, только дайте качество. Проблема в чем, с моей точки зрения, в том, что у нас было все хорошо в городе. Да, не было раздельного сбора мусора, но мусор постоянно качественно убирался. Город был чистым и никаких навалов не содержал. Сейчас организация РТ-Инвест, которая стала региональным оператором, выиграла соответствующий конкурс. Сейчас она у нас региональный оператор, и только через нее все эти вопросы решаются. Я первоначально с ними говорил, у меня к вам одно требование, тогда мы партнеры, мы вам помогаем. Не должно в городе стать хуже в результате этих дел. Сейчас мы видим, что в городе стало хуже, и прошло 8 месяцев, лучше не становится.
Этому есть много причин. Я уже специалист, потому что мы постоянно в этом варимся, да, постоянно мы собираем комиссии, собираем советы. Городской совет очень, очень плотно в эту проблематику погружен. Мы давали сроки, мы давали условия, мы слышали аргументы, мы постоянно, у нас штабы проводятся еженедельно. Но реальная ситуация не меняется, тому есть, наверное, как объективные причины, так и субъективные. Но по большому счету люди выиграли конкурс для того, чтобы обслуживать город и не рассказывать нам о своих проблемах. Поэтому я неоднократно и сам писал письма министерства, ведомства и на уровень вице-губернатора, заместителя губернатора Пестова, правоохранительные органы, районный совет в эту тему включился, недавно заседали. А последнее, мы уже сказали о том, что сделали, было письмо совета Крамушину, министру, мы уже предлагаем менять этот региональный оператор. Я, по крайней мере, пока не вижу другого выхода, вот сейчас, да, кроме того, как поставить этот вопрос перед правительством Московской области. Потому что есть условия конкурса. По условиям конкурса региональный оператор должен делать то-то, то-то и то-то. А если он нарушает определенные условия конкурса, то и соглашение с правительством Московской области, он должен отсюда уйти. Тем более, я хочу сказать, что дело-то не в реформе. Дело, я, по моей точке зрения, в конкретном региональном операторе. Потому что есть другие региональные операторы, например, как Хартия, да, которые в Московской области, вот Ногинск, мне говорят, очень вполне нормально все то работает. То есть можно дифференцированно, да, подойти, я знаю, что как к кому-то. Та же Хартия работает вот в Ярославской области. Мои, да, коллеги по Золотому кольцу, я звоню главе Ростова, он говорит, у нас все нормально, работает. Все, да, все, я все, и говорю, что у нас работает, да? Только, да. А здесь то программу внедрили, которая работает, как пока еще не запущена нормально, она слетает, это не убирает. Я говорю, ну, введите ручное управление. Да? Что сейчас делаем мы? Ну, мы, в принципе, пока находимся с ними в ручном управлении. Мы видим проблему, депутаты все снимают свои территории, высылают вот объекты. То доброделы, то, да, еще куда-то. Нет, у нас есть группа в WhatsApp вместе с администрацией, туда выставляется. То есть, по крайней мере, благодаря нам, нашей совместной работе, администрация всегда обладает объективной информацией, где проблемы. Их то больше, то меньше. Но реально получается не потому, что одна из проблем в том, что тут как бы две проблемы. Некуда везти. То есть полигоны, очень часто, да, происходит проблема, что полигоны не принимают, то талонов нет, то лимитов нет. Это уже совместная работа регионального оператора. А также есть определенные вопросы по долгам возчикам, субподрядчиков рекоператора. Но как бы пока это ручной режим. Мы понимаем ответственность, мы категорически не приемлем то качество работы, которое региональный оператор нам демонстрирует. Я уже им сказал, что раз вы так работаете, то мы точно с вами не партнеры. Я буду отстаивать интересы жителей, а жители крайне недовольны вашей работой. Соответственно, и я такую же позицию демонстрирую. Можно я сразу, Константин Витальевич, как один из жителей, тоже немножко акцент сделаю? Вот на улице Пограничной. Мы знаем, что там есть вот это вот подразделение Константина Коновалова, ЛМТ. Да, и, конечно, вот тот перегруз, о котором он нам как-то неоднократно докладывал, мы туда приходили еще, я помню, с Константином Лапиным приходили мы, с Федором Лифановым, с моим коллегой-депутатом. Собиралась наша улица, наш квартал весь собирался, вот город Солнца там, да, который называется. И мы с ним как-то вот и на повышенных тонах разговаривали, там разговаривали. Нам говорят, да-да-да, все, перегруз сейчас останавливается, все заканчивается, мы здесь вообще как-то вот перебазируемся даже, может быть. Но ВОЗ и ныне там, мусор и ныне там, крысы у нас бегают везде, добегают до Углича, я знаю, запах, когда ветер идет в ту сторону, и не только нас он цепляет, но и весь микрорайон углический. Вот непосредственно с ЛНТ какой-то вот вопрос решался у вас? Там ситуация следующая, то есть, условно говоря, как должно работать? ЛНТ находится, это разгрузочная станция, у нее санитарная защитная зона практически нулевая по закону. Но она должна работать, утром привезли, вечером почистили. Да, он объявляет, что она так и санитарная зона, да, у нас соответствует. До дома, значит, там столько-то времени и позволяет. Она, что значит позволяет? Она же должна вот так работать, да? То есть утром собрали из города, привезли, к вечеру площадка пустая и вымыта. Вот так должно быть, и тогда эта санитарная защитная зона, все это работает, и жителям бы беспокойство не заставляло. Что происходит сейчас в реальности? Ведь когда не было рекоператора, эта ситуация не так была тревожна. Да? Не было таких... То есть
Мусор забирает надо, Коновалов привозит, ему рекоператор обещает талоны и свой транспорт, чтобы это все вывести, не дает, все это остается. Сейчас, ну, тот навал, который был жутким, сейчас просто Константин Николаевич до определенного уровня принимает, приемлемо, а потом просто перестает возить. То есть, просто почему навалы в городе? Потому что он перестает этот мусор привозить на свою перегрузку, да? Как только мы пошумим, постучим там и покричим, ну, к сожалению, дадут это... и так далее. И так. Поэтому, но сама по себе тема, конечно, о том, что надо, ну, в свое время, когда этот предприятие появлялось на той территории, возможно, не было еще такой активной застройки в этом месте и частного сектора. Понятно, что люди приехали... Нет, но и мы заходили к нему тихо, спокойно, разговаривали. У нас даже были предположения, что там сжигают мусор, потому что по ночам мы видели там какая-то одна печурочка стояла, почему-то она-то как доменная печь не прекращала огня давать. Вот. Ну и запах, естественно, у нас много детей там сейчас, а сейчас и застроилась эта площадь большими домами, вы знаете, многоэтажными. И, конечно, в общем-то, Я думаю, что надо Константин Николаевичем нам подумать о каком-то дальнейшем решении данного вопроса и, возможно, переноса такой сортировочной площадки. Вот об этом и речь, да. Место, да. А это возможно вообще, вот, чтобы мы действительно радикально решили там вот этот вопрос? Ну, в общем, не важно, надо посмотреть вот, и место, предоставить ему просто, базу просто, новую какую-то. Это просто, ну, понятно, что это дополнительные затраты, да? Но а сейчас, люди есть сейчас человек, который оказывает нам, в принципе, доброе дело, городу делает, да? Имея несколько десятков миллионов уже задолженности от рекоператора, вводить его еще в эти вопросы сложно. Но работать будем, просто я еще раз говорю, что мы... Нет, никто не говорит, что зажимать надо этот бизнес или не бизнес, эту услугу социальную. Обязательно там, надо, с учетом того... Разговор о том, чтобы мы вместе это как-то решили. С учетом вопрос. Того, что там это соседство, понятно, жителям не нравится, и это как бы объективно, да? То есть человек построил частный дом для того, чтобы жить вроде как на чистом воздухе. Нет, не только частный, там уже, я говорю, там уже большие дома. А там еще будет этот микрорайон застраиваться, да? Да, там и многоэтажные. Поэтому это, конечно, вопрос требует решения, но я еще раз говорю, что если бы рекоператор работал в соответствии с законом, если Коновалов бы имел все необходимые талоны и так далее, механизм он-то построить может, Константин Николаевич умеет работать. Он знает, если бы у него вся вот эта тема была налажена, то это бы не волновало, потому что этот мусор бы привозили там, в 9 утра закончили привоз мусора, перегрузили в большегрузные вот эти тонары, и там в 12-3 часа дня площадка пустая. То есть это вот так должно работать. Понимаете? То есть это перегрузка мусоровозов в тонары. Вот о чем. То есть как бы это не сортировка, это перегрузка. Константин Витальевич, как главе города... ноту протеста. Нет, надо давайте, все-таки давайте надо, это, да, давайте надо это там, назовем, кардинально назовем как-то решить. Наказом. Да, дружеская, да, дружеская нота протеста. Вот, да. Ну и наказ, конечно же, потому что мы сейчас здесь можем поговорить, а вы знаете, что это жуткая совершенно проблема. Дышать нечем. Да, окна мы все закрываем. Примерно на сегодняшний день это уже стал густонаселенный район. Вот по нашим скромным подсчетам, это примерно уже 8 тысяч жителей. 8 тысяч. Доходит и ведь до тысячника туда. Вот это когда ветерочек, то вот эта вся амброзия. Да, сейчас вся... еще Покровский строится, построился, да, еще там дома. Совершенно верно. Вот, да, и вот этот вот городок, который построил вот Терехин Александр, тоже очень удобно, и все красиво, и хорошие там, значит, вот эти спортивные площадочки. Но как только выйдешь, ё-моё, укатайка, что называется. Вот. Поэтому, конечно, хорошо бы нам всем вместе помочь Константину Николаевичу разобраться с этой проблемой и с операторами, и с администрацией, учитывая жителей, мнение жителей, конечно, нашего вот этого всего. Да и, в общем-то, всего города, потому что это касается не только одной пограничной, то, о чем мы сейчас, в общем-то, сегодня с вами уже обсудили. Ну, не будем на этом зацикливаться. Проблема ясна, понятна и будет решаться, я надеюсь. Константин Витальевич, давайте посмотрим, как это сейчас выглядит. Наверное, это нелицеприятно, но никуда не уйти. Ну, будем как-то вот соответствовать, да. Ситуация с вывозом мусора в Сергиевом Посаде и поселениях уже давно не вызывает позитивные эмоции. Рабочая группа районного совета депутатов была создана на прошлой неделе. Ее председателем стал глава сельского поселения Березняковское Владимир Жульев. И на повестке только один вопрос – что делать с мусором? У нас в районе колоссальная проблема вот с этим в городе.
Но такого никогда не было. Много вопросов к работе регионального оператора, ответственного за так называемую мусорную проблему. На заседании рабочей группы были озвучены пути выхода из кризиса. К примеру, недавно Сергиево-Посадский городской совет депутатов обсуждал обращение к министру ЖКХ Московской области Евгению Храмушину, в котором в том числе был озвучен вариант замены регионального оператора на территории Сергиево-Посада. Рабочая группа районного совета депутатов в ближайшее время проработает подобное обращение от своего имени. Как видим, работать есть над чем. Мы сейчас разговор ведем о том, как вы на своем посту главы совместно с главой района Михаилом Юрьевичем Токаревым и с нашим депутатом Государственной Думы решаете вопрос вот по программе расселения ветхого жилья. Это, наверное, в основном микрорайон, наверное, или микрорайон, или рабочий поселок в основном, да, у нас? Рабочий, частично Скобянка. И Скобянка все-таки еще. Что по этому поводу у нас? Ну, в этом году, то есть мы находимся в рамках реализации программы 16-19, которая заканчивается окончанием переселения 2020 год. Да? То есть программу мы эту выполним, как это было запланировано. Сейчас у нас сдается дом на Булавина. У нас уже сдана первая секция дома на ПМК. И будут еще там две секции в ближайшее время сданы. Он в основном пойдет именно под эту программу, под программу переселения этот дом. И программа вот 16-19 будет сделана. Я, кстати, хотел жителям сказать, вот, что вот ПМК... Бывают жители говорят, ну что ж мы туда поедем, мы из центра там и так далее. Да. Я просто хотел сказать, их успокоить, что ПМК, возможно, в ближайшее время станет одним из очень интересных и содержательных микрорайонов нашего... Как сейчас модно говорить, привлекательных. Привлекательных микрорайонов, потому что там мы строим школу, там мы строим детский сад. Там и инвесторы построили дом. Я думаю, там еще один дом будет в ближайшее, надеюсь, время. Не готов назвать пока сроки, все-таки сдан будет. И мы этим микрорайоном, городские власти очень активно занимаются, потому что там есть перспектива, там есть еще какие-то просторы для того, чтобы этот микрорайон развивать. Я думаю, там появятся спортивные сооружения. Ну понятно, то есть сопутствующая инфраструктура тоже разрабатывается. И дом, в общем-то, очень хороший. Поэтому программа 19-го, вот программа расселения будет выполнена. 19-20 год жители уже начнут переселение. Частично в 19-м, потому что первая секция дома на ПМК сдана, сейчас идет оформление, и в ближайшее время, сдается дом на Булавина. Кроме того, сейчас идет работа на следующей программе, это 21-25 годы. Это тоже программа расселения, туда будут включены дома, которые признаны аварийными до 1-1-17 года. Это тоже достаточно большой объем, по-моему, порядка 80 домов. Такая работа ведется, она будет вестись по-другому, в основном за деньги федеральные. Она не будет требовать уже того софинансирования от нас. Мы практически 30% софинансировали этой программы из местного бюджета. Сейчас это будет порядка 5-7%. Соответственно, мы сможем эти средства направлять на другие городские программы. Но это работа. И мы продолжаем эту работу дальше. То есть смотрим следующие дома. То есть такая системная работа ведется. В принципе, мы эту программу всегда выполняли и будем выполнять. И с жителями в этом плане работаем. Нас жители понимают. Единственное, я должен сказать, что если мы жителя не переселяем в силу какого-то временного, а дом уже признан аварийным, то даже если там этот дом только собственники, нашей доли муниципальной нет, у нас есть право тратить муниципальные средства бюджетные на проведение поддерживающих ремонтов. То, что мы жителям объясняем, уже такие проекты сейчас у нас ведутся на Скобянке, вот это кирпичные дома, там достаточно в тяжелой ситуации. Мы подготовили смету, выделили деньги, чтобы эту работу проводить. Вот смотрели дом на Птицеграде, встречались, как раз тоже был сюжет на вашей компании, да. То есть там тоже с жителями договорились. Сейчас ведется вместе с управляющей компанией. Мы изучаем, какие необходимо провести работы, чтобы для
до момента переселения жителя выполнять поддерживающий ремонт и за счет местного бюджета. Поэтому в этом плане мы с жителем взаимодействуем. Константин Витальевич, ну что ж, очень обстоятельно мы сегодня с вами поговорили. Мы знаем, что у вас очень плотный график работы. Благодарим, что нашли время, побеседовали, потому что в первую очередь, конечно, мы говорим о нашем любимом городе, о наших дорогих согражданах. Уважаемые телезрители, программа «Полный контакт» завершает нашу работу. Сегодня в эфире был глава Сергиева Посада Константин Витальевич Негурица. Благодарю вас. Спасибо. И я, ведущий Сергей Боков. До новых встреч. До свидания.